Ну что ж, добро пожаловать. Здравствуйте. Это Фазмофобия ваша любимая. Это Даша ваша любимая. Даша здесь. Привет. Здорово. Так. Оп. Здрасте. Здорово. Здрасте. Лиза Шавкросс. Что это за фамилия такая забавная? Кто? Шавкросс. Как ты сказал, ты подвижен? Шавкросс. Шоукросс. Шоу. Лиза Шоукросс. Давай просто Лиза Шоу. Все, я забрала. Все, я забираю раз, забираю два, забираю три. Все, я все взяла, я могу уже идти. Ой, что же взять, что же взять? Ты накаркал, да, с датчиком движения, я смотрю? Накаркал. Ну, а вообще-то, вообще-то это фазмофобия. Это так. Ну да, естественно, ваша любимая фазмофобия. Да, идем. Я иду включать свет, как обычно. О, мой любимый графтон. А мне тоже он зафрил. По носу не бейте. Дай нам знак. Так, надеюсь. Иду наверх. Так, дай знак. Дай нам знак. Давай. Я, кстати, сразу... Так, наверху, кстати, прохладно. 9 градусов тут было открыто. Давай проверим, может быть, тут? 10 градусов. На полу валяется. Понял. Я, кажется, нашел. Того. Ну, предположительно, второй этаж, комната, 1 градус. Комната туалетом называется. Тут на полу валяется шампунь. Я думаю, что он тут. Вот, уже 0,02 у меня тут, было вот тут. Здесь. Проверьте. Так чего ты пристал к девушке? Ну, пусть помоется. То есть Лиза пришла помыться. 1 градус. Дверь! Опа, опа! Сканируйте дверь. МП сканируйте, и ультрик у кого-то был. У меня. У кого? Вот и что, что дверь есть? Дверь есть, отпечатки тоже есть, кстати. Есть? Так, да. Минусовка тоже есть. Так. О, попёрло, смотри, нифига. Так и минусовка, да? Да, пар изо рта. Так я уже запуталась, где что. Минус и отпечатки. Демон Ханту Мимик Джин. Ля Мимик. Я в чью-то попу влезла. Шампунь точно трогали. Подожди, подожди, подожди. Надо сейчас мне поставить камеру. Минус 5 градусов, нормально? Хорош. Может, ханту? Нормально. Да, уже убрали это обозначение. Ханту, не ханту. Я просто предположила. Все, погнали. Я пойду зеленку гляну. Отпечаток, слушай, кайфовый на этом. Видели? Сфоткали? А, нечем. Понял. Да. Надо поискать. Смотрите, шкатулки тут... А они отпечатки-то отметили? А, да. Что-то. Начинается, когда вы выходите и говорите «О! О!» Как будто бы какую-то гадость сейчас делаете. О-о-о. Чего-то какой-то реакции вообще нет. Так. Блокнотик возьму. Ну и давайте подождите. А если сейчас будет зеленка, если она вообще должна быть? Ну, камера стоит так себе. А лазера не будет, Я возьму... Арба летает вон, арба. Только что пролетела. А, да. Да ладно. Слушайте, я ее не видела. Вот опять, это ханту или мимик? Да, он в ванной. Надо радио проверить. Пойду проверю. Нет. Подожди, у меня же есть радио. Пока. А, нет. Должна быть либо у нас сейчас этот самый, либо радио, либо это ханту. А что-то мне кажется, или какой-то свет приглушенный. Надо фотик взять. Ты здесь? Ты тут? На. Держи, я скинул тебе фотик на полу. Ты здесь? Поговори со мной. Это твоя комната? Ответь мне. Ты мимик? Ты злой? Ты добрый? Не пугай же так! Бля, я тоже услышал. Ты далеко? Ты мужчина? Ты женщина? Ты ребенок? Сколько тебе лет? Блин, надо признать. Ответь, открой! Сколько тебе лет? Ищешь места отступления, да, куда? Ты здесь? Я пентаграмму ищу. А, да, точно. Что-нибудь? Мы еще предмет не нашли. Сколько даже. Мы, улики все быстро, а вот. Так. Нет, так предмет обычно внизу что может. Что еще может быть? А хер его знает. Ну, зеркало может здесь, быть. Я не знаю, я там смотрел. Не, надо еще куклу Вуду посмотреть, он там в спальне может быть. Я внизу ничего не нашел, ни карт, ни зеркала. Здесь есть кто-нибудь? Мы здесь, Даш. Мы тут, Даш, мы. В этом доме есть? Даш, мы. Не хочет он разговаривать, вот поэтому она. Смею предположить, что это можно. Ханту. А может быть, мы кукла тыкать будем хотя бы внизу, а не в том месте? Естественно.
Не детской же, господи. Действительно, это как-то странно звучит. Пойдем. У меня, кстати, так, фотик тоже был. Это кто бросил? Так, Ахан... Слушайте, Аханту по очереди... у нас получается... Ханту быстро попробуйте. Бегает, когда холодно. И видно бегает... его этот самый... Дыхание какое-то там зимнее. А, слушайте, дыхание. Попробуйте еще поговорить. Может, он со мной не хочет? Может, Лиза... А давайте сфоткаем куклу, говорит. Прежде чем потыкаем ее. Так сфоткали же уже. Я уже сфоткал уже, супер. Красиво все. Да, вот отпечаток не смогли. Не смогли, отпечаток он пропал. Пока еще трупы впали, но это все впереди. В это самое, сплюнь. Нормально. Так что, будем кукла тыкать? Тыкай давай уже. Ну не знаю. Вообще смысла, конечно, нету. Я закидывал-то, господи. Руку ткнула. А куда ты там выходишь, эй? Все нормально. Тихо. Беги, бегите. Я хочу, нет, я хочу сфоткать. Блин, я такая хочу. Быстрая. Даша, зачем ты это закрываешь? Да я не знаю, я это у нее знала, привычка. Что... Классно запрятались. Подойди вот близко, я благовоние поджигаю и тикаем. Это не сработало в прошлый раз. Ты узнаешь. Не трындите. Надо верить. Верить главное. Цыц. Аж мог бежим. Она где-то дальше. Тихо. Тихо вы. Че позанимаетесь? Библиотека, не шуметь. Да все, она где-то вверху бродит. Да все, забейте, она не придет сюда. Да все, ее уже нет. Вообще? Отставить да, бояться. Идем искать. Блин, ну фига ты сразу в сердце, что ли, попала? Или как? Я же? Не сразу, нет, я в руку попала, еще куда-то попала. Я в руку подевалась, мальца. Что у нас? Мы ищем третью или... Ну, третью у нас есть как бы третья. А что у нас по этим, по заданиям? Я что-то даже без это... понятия. А может, куклу ты... У нас еще три задания не выполнены, а мы это... Вопли крызина. Так, свеча сфоткать и свидетель... Ой, свидетель паранормального. Говняха. Сфоткать до сих пор не смог, сейчас сделаем. Свечку надо взять, да? Свечу, Даш. Я взяла свечку. Свечки еще ходила. Я тоже, слушай, сама в шоке. Даша, на тебя не похоже. Ребят, я не хочу вас расстраивать, но я лучше выпью таблетос один, хотя бы. Ну ты нас не сильно этим расстраиваешь? Таблетки это зло, Дашка. Да, ничего страшного, это витамины. Не привыкай. Так. Олеж, ты тоже выпей. Потому что у тебя что-то 18. 18 не очень хорошо. Так, мы ищем четвертую улику. Смотря как, где. Ну хорошо, давайте по очереди. Подождите, а... Нет, есть еще арба. Ну смотрите, вам еще нужно попробовать поговорить. Мне не отвечал. Может, кому-то из вас ответит. Поэтому пошли с Лизой общаться. Когда спускалась снизу, я не знаю, как в коридоре с температурой, но шел очень быстро призрак. А потом не знаю. Я же разговаривал, нормально же было. А, ну вообще, ну, да, тогда пошли. Кость подревена, тогда. Так, ладно, сфоткать свечи берем. Все, так, я взяла свечку. Олеж, возьми еще одну свечку. Брось ты каку. В смысле, куклу. Лучше две свечки поставим. Что ты с ней ходишь, не поможет уже. Ну мало ли, там еще потыкать можно. Нет, уже после сердца уже не тыкается, все. Даша разбила ей сердце. Я же говорила, вам надо это все делать. Это же Лиза. О, смотри, катает шампунь, мыться хочет. Лиза, не улетай. Как обычно. Тебе зажечь свечку? Давай. Так, кстати, для паранормального. Давай, дыхни. Ставь. Дыхни. О, задуй свечу. Давай. Задуй. О, задуло. Задуло. Пипезды. О, смотри. Нормально. Это плохо. Да, я пошла отсюда. Что плохо? Задание выполнили. Так. Надо... Нет, опять задуло. Фоткать. Или нет? Не-не, одну только задуло. Сфоткать? А, одну. С нашим-то рассудком и ее-то сфоткать. Слушайте, а у вас благовоние есть? У меня есть благовошка, да-да-да, вот у меня почка всегда. Ну все, а что бояться-то? Не помогает, но... Не, все нормально. Бояться нет смысла. Лиза покажет себя. Я помню, тут камеру притащил, камеры уже нет. Что-что? Я тебе камеру давал, Даш, где она? У меня в руках. Тебе дать? А, не-не, ой, да? Блядь! Ой, тихо. Так это не атака, чё? Така! Ладно, ага, ебать, она скрюченная! Какая, чё её так скрючила? А чё её сконоёбило-то? Блоня, беги! Я сфоткал её, точно.
Нету ее тут. Все, выходи. Нету ее тут. Да есть она. Свет должен вырубиться после атаки. Зайди немедленно. Все. Либо кто-то умер, либо она пропала. Кто-то живой остался? Алло. 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 Вы меня слышите? Алло. 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 По-моему, мы вдвоем остались. Алекс! Дай нам что знак! Надо? Ты здесь! Can you hear me? Он не здесь! Блин, походу он реально нас не слышит. А чё ж не отзывается-то? А чё это он жив, но он молчит? Наверное, багнулся, Даш. Подожди, но у него 7, 9, 10. Ты про что? Ну смотри, 9 раз суток, только что был 7. На карте он есть? Хочешь сказать, что он умер? Да, вон он. В детской, ты в детской? Выходи. Опять атака. Так он здесь. Что-то ничего не понял. Смотри, атака. Что за дичь происходит? Я не знаю. Давай на камерах поищем. Да ты его не найдешь, сейчас 2 камеры всего лишь. Е-е-е. Его арба летает, поэтому я думаю, что это все-таки... В детской на втором этаже? Давай я пойду проверю сейчас, после атаки. Давай. Как ты пойдешь? А, после атаки? Ну давай. Что за дичь? Я его звал в радио, он не отвлекал. Он пропал, все, его убили. Нет! Мы его потеряли. Ну что, ставим хантуху и поехали? Ставим хантуху и поехали отсюда нахрен. Действительно, какая-то стрёмная эта Лиза ваша. Хантушка есть. А будет тебе что, если это мимик? Подожди, я же не успела... Быстрее, спасибо. Даже быстрее! Спасибо. А я говорил, что благовоние не сработает. Эх, Антушка. Самое время для каточки без вещей, без каких-либо ништяков. Тэнглвуд, ваш любимый, на кошмаре. Тэнглвуд. На кошмаре. Все наш любимый Тэнглвуд в кошмаре. Брэдли! И без вещей. Страфин. Страфин. Ой, какой фонарик. Ой, какой хороший фонарик. Ой, какой супер. Что светит, что не светит. Такой потертый, сразу видно, что уже... А что вы еще раз хватали? Зажигалка, Алекс, есть зажигалка. Зажигалка определять. Зажигалочка. Можно пух пожечь, если бы тут был. Ой, начинается. Ой, дождик наш любимый. Это хорошо. Я пойду искать свет. Дай нам знак. Давай, Даша, путеводный свет ищи. А я предмет. А зачем так. Мне вообще? Я найду твой свет. Дай нам знак. Шкатулки нет. Дай нам знак. Сейчас найдем. Сейчас будет. Так, картошка. Бля, это кость, смотри. Новая какая-то. Я думал, это палка, типа кий маленький. Смотри, на столе. Новая кость. Огонек. На столе лежит кость. Вот тут огонек. Да, ну, вот это ж кость или это не кость? А, да, походу. Да, кость уже схватил. А все уже? Алло. Место фонарик, ребят, место фонарик. Привет. Дай нам знак, ты где? Ты далеко? На кошмаре, на кошмаре. Ты мужчина? Я играю на кошмаре. Ответь. Сколько тебе лет? Ты далеко? Ты близко? Ты что-то потрогал? А скажите, пожалуйста, потрогал. Вещь кто-то нашел какую-то, я профукал. Да, что-то да, потрогал. О! Я сказал, что два. Опа! Сколько? Два. Два МП, два МП. Ультриком посмотрите, он трогал эту дверь. Внутри нет. Зажигалкой проверь. Бля, что там? Да, это этот самый, это гром. Я пойду что-то. Так, у нас есть доска. Мы же там уже пошли поговорим, мы давно не разговаривали. У нас не было ни одной серии с общением. Почему нет? Все, сейчас будет общение. А вдруг это не работает, да? Согласись, надо проверить, да. Где Даша она? Тоже. А, вот. Что Даша в дом зашла. Вот она. Подожди, Даша в дом зашла. Ой, ребята, свет моргает. Свет моргает. Сейчас тут все заморгает. Привет. Где ты живешь? Какая твоя комната? Давай с Ростова начнем. Марко. О, пишет, смотри. ЛП. ЛП. ЛПО. ЛПО.
Пол. Ты здесь даже? Поло. Марко Поло. Марко Поло. Он ответил. Долго догадывались. Сколько МП? Мы думали, может, комната пишет. МП? МП сколько? Два. Блин. О, кстати, сфоткали доску, нет? Я сфоткала. Пока. Только я сфоткала взаимодействие. О, видишь, гудбай сработал нормально, все. Да ладно. Да, сработало. Раз, все. Так, ну подожди, мне что-то понятно, мне почему-то засчитывает только взаимодействие. Даш, а спроси у доски, типа, где комната? А потому что там, наверное, МПшка лежит. Да мы знаем, какая комната. Ну, спроси, как зовут. Не хочу я спрашивать, у нас рассудок и так в какашку, сейчас и большую какашку. А нам надо вторую улику найти, иди, мы бросим дневник. Ну, да, пойдем. Поговорите в этот самый в радио. Бля, прикинь, я все это время хожу, у меня на поясе дневник висит. Вот я же говорю, куда оставил дневник? Висит дневник на поясе. Ребят, он все время включает телевизор. Да он задрал уже. Так, напиши. Ёбаный сыр тут! Блядь! Тикает! Блядь, уходим на... Блядь! Атака! Ой, блядь. А мы при чем вообще-то? Мы что ли атаку начали? А зачем вы привели, конечно, ко мне? Красиво. Дашка, мы прятаться побежали. Внезапно появился. Ну, только мне надо было прийти. Ну что же, попытка номер два. Снова без вещей и снова у нас... Теперь у нас Кенни Джонсон. Тэнглвуд. Фотографировать датчик движения. Я же говорила, что понадобится когда-нибудь. Но не сейчас. Когда он есть... А я же его потеряла. Вы угораете. Опять вещей нет, да? Непривычно. Сраное ничего вообще, бля. Фонари и все. Спокойно. Мне нравится, как ты в VR танцуешь. У тебя таз отдельно ходит от тебя. Я наберу... Да? Блин, вообще как-то стало хреново. Знаешь, раньше было-то не бутно, а сейчас вообще не знаю. А может, ты пританцовываешь, когда ходишь в VR? Ну, естественно. Хорошо. Подвижность — это хорошо. Предметы. Предметы. Это да. Ты тут, призрак, ты здесь? Шкатулка. Дай нам знак. О, можно было потроллить Дашу, она все равно не слышит. Может, гранату. Дай нам знак, я все слышу. Блин. Сейчас, знаешь, так, Олег, сейчас нажимаю, да, и бля, я бы заснял бы. Вы что, достали? Давай. Даша, экшен, давай попробуем. Пусть Алекс бросит, брось ее как гранату. Это надо было, когда никто не видел. Я уже так делал. Что вы нашли? Что вы нашли? Шкатулку вы нашли? Граната, да. Гемонская. Файр холл. Что? Боба! Нет! Блять! Пиздец! Меня убили! Я убили. Я думал, она холостая. Нет, ни хера она не холостая. Даша успел спрятаться? Иди сюда, ко мне, я тут, у дверей. А куда Даша делась-то? Не убивай никого, пожалуйста. Ни хрена, мясник. Я спать потом не буду. Иди сюда. Где она запряталась? Иди ко мне. Даша, где? Даша, ты где? Where are you? Хорош. Иди сюда. А он не знает же, что я умер, правильно? Плут не понимает, не видит еще. Куда Даша делась? Дарья! Дарья, где ты? Иди. Где Дарья? Бля, он прям беснуется, смотри. Прям бесов. Блин, какая бесконечная атака. Сейчас он откроет, а я здесь. Это такой. А, салам алейкум, брат, все. Ой, блядь, там гуд. Вы живы? Вот же мое тело. Кого? Мне было так стрёмно! Так! Олег умер, что ли? Я выйду! А чё, моего тела не... А он чё, выбраться пытался? Реально, я чуть не то самое от страха там! А, где ты спряталась? Я в подвал убежала в темноте, даже не поняла, где. Она так топала! Точнее, это он же, это ж Кенни!
Так, подожди, у нас нет улик. Я же говорю, сейчас рассудка нет. А где она появилась? Точнее, он. Да откуда я знаю? Я просто закинул шкатулку. Что дальше происходило, я не знаю. Дверь закрылась. И у вас там свое веселье началось. Блин, когда мы так делали, просто умирали со смеху. Смотри, она, я пробежала, получается, по коридору. Она убила здесь Олега. А он, блин, почему все время она? И, значит, где-то в какой-то из этих комнат. Или в коридоре. Ну, по логике. Я туда не пойду больше. Так, а с чем мы вообще? Подожди, с чем мы? Ни с чем. Да, и ничего, я его пощупаю. А чё, мы вообще голый ходили, что ли? Дверь там потрогал. Я не ходил голый. Так, где? Блин, а где? А у меня ультрафиолет был. Стой, я когда шкатулку брал, ультрафиолет скинул. Вот он. Подожди, а что это? Так, давай, чё, он потрогал? По-моему, он где-то тоже дотрогал, не трогал. И уезжаем. Да. Я не вижу ни одного. О, отпечаток есть. Есть? Есть, есть, есть отпечаток. Да, вот на вот этой двери. Выходим, выходим на улицу, выходим, мерить отпечаток. Ну, давай. Ну, так, бум. Так, давай, туда-сюда ставить. Будем бегать. Хорошо. Отпечаток. Олег, отпечаток есть. Я понял. Я уже отметил. Смотри, у меня есть радио. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что это коридорная сволочь? Так. А интерку у была. А у нас ее вообще, по-моему, не было. Слушай, атака, не, атака была, она, наверное, очень долго, кстати, атака. Она ходила, наверное, она же убила, это ж этот самый, это ж кошмар. Что, что, в смысле кошмар, прости? Это ж кошмар, она поэтому и атака была долгая. Ну, типа, одного убила, просто это, дальше. Ну, да, не, я к тому, что это очень долго длилось, и поэтому не факт, что она появляется в коридоре. То, что она открывала шкафчик, это ни о чем не говорит. Это, мне почему-то кажется, так, что ну, она хотя... могла быть в детской. Давай сейчас налево еще там пройдем. Где МПшка? Стой! Нам МПшку нужно. А у нас еще. Она была разве? Сейчас пойду про это посмотрю. У меня лазер на поясе, а куда вот... Блин, давай, ладно, знаю. Пошли искать. Так, а что мы примемся вообще? Так, дай нам знак. Дай знак, ты здесь. Блин, надо где-то... А может тут она? Термометра у нас нет, да? МПшка где? Mm-mm. Блин, а как вообще комнату? Чем? Пульт я могу взять, я а включить не могу. Я хожу, он бесполезен сейчас. Отпечатки я уже нашел. У меня камера. Блин, ну где-то же должна же у нас... Так, но блокнот. Она не на кухне. Блин, он. Фонарь. Они не слышат, походу. Ничего. Я боюсь, что это коридор. Я поставил бы лазер, если бы знал, куда. Давай в коридоре. Упала картина. Ну давай я хотя бы, да. Картина упала. Чё хрену таскать? Так. А кто картинки кидает? Олег Буяник. И у нас все-таки он в коридоре. Ты молодой. А вот как ты определишь? Что-то открыл. Что открыл. Не знаю. Ой, хорошо. Сзади. Какая собака. Господи. Ты молодой, ты старый, ты мужчина, ты женщина. Сэр Бернард, да? Сколько тебе лет? Ответь. Так, иди лучше ко мне. Кто-то плачет, блин. Это мне или ему? Тебе? Ой, мама, мама. Че ты, бля, атака? Ёп. Да нет, я опять, бля, это уже не бей. Сейчас будет больно. Сейчас будет пизда рулю. Ух ты, мясник, мясник! Так, 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 тихо, тихо, тихо. Бля, косточка на крыше машины. Да, кстати. Блядь, с какой? Блядь, с этой стороны! Да ну на! Наебал! Опа! Опа! Хорошо! Замечательно! О, добро о, пожаловать! Спасибо! Хороший бросок получился! А? Как у меня, блин, я его обогнал, что ли? Как-то некрасиво получилось. Блин, с ним фонариком ни хрена все не вижу. Бегал, бегал, на где он, не понял. Косточка на машине, видел, да? Дурацкая, на блядь, на покупаю. Будут какой-нибудь... Ай, блин, не видно ни хрена было. Ладно, все, он Дашу не найдет, надеюсь. Я даже не спрашиваю, где Даша спряталась. Слушай, блин, давай вообще не найти, она пропала просто. Так. О, тут лучше а вроде. Слышишь? О, да. О, все, тебя слышу. А тут как через подушку говорим. Сорян за гранату. Не, надо еще так сделать. Только чтобы Даша не видела, надо жестко. Чтобы не предупреждать, да? Да. Да блин, Даша, и так жалко. Но она выжила, слушай, нормально. Да, я не знаю как. Повезло, да? А я, ты когда бросил, я был в коридоре, он сразу с коридора меня убил. А я думаю, такая атака долго-долго, а я-то... Вообще у нас ничего, да? Давай, да, Даша, так, удачи. У нас только отпечаток, да? А кто это может быть? Ну это точно не быстрое что-то. Да, он особо не бегал, кстати. Не-не, я привет! Его... Так я ж...
Привет-привет! Да, привет, Даш, привет-привет, да! Это коридорная сволочь? Да хер его знает. Не знаю. Непонятно, да? Да-да-да. По-моему, а где-то у телека, да, он появлялся? О, арба летает! Арба летает! Арба летает! Вот видишь, какие... Банши Ханту. Может, Абаки? Так, Банши Ханту, Абаки... Абака, собака... Банши Ханту или Абаки? Так, Банш вряд ли. Мне кажется, почему-то, хотя... может быть, это Банши. Может, поэтому я и смогла сбежать. Ханту минус бы наверняка. Когда мы с Олегом вдвоем Ханту... стояли, может, поэтому она выбрала жертву Олега? А Даша ж не знает точно место. Просто где. Ханту я не уверена. Нет, Ханту нет, точно нет, потому что он не скрыл бы на кошмаре. Хорошо, он давай я буду называть призраков, а вы будете мне подсказывать, кто это может быть. Ханту. Не нет, точно Абаки. Нет. Единственное. Это не который знаю. С отпечатками, шестипалыми. Там были шестипалые отпечатки? Мы не видели. Нет, мы не видели. Это, хотя там может так и так. Мне кажется, что это Банши. Ну, либо Абака, либо Банши. Ну, а что, так она нас жестко... Не, подожди, она интересно погнался. Предлагаю поставить Банши и ехать дальше, потому что я буду третьим трупом с вами. А я бы Абаку поставил. Ставь Абака, я поставлю Банши. Короче, всё. Ставьте, кого всё. Вы хотите, а я поехала. Окей, да-да-да, все, поехали. Неужели я так вот прям вот, я... Ну, хотя... Ну, бля, не знаю, Банши похожа, конечно, похожа. Да? Она меня сразу убила, когда мы с Дашей, мы же вместе стояли. Я думал, Даша тоже погибла, а оказывается, только я убил. Блин. Ну, это как вариант, понимаешь? Надо посмотреть, 50 на 50, либо Банши... Бля, Абак, я был прав. Это Абака, блин. Я-то угадал. Я почему-то решил Абака поставить. Ну, не поверишь, что Банш, вот прям вот именно Олега сначала, потом меня, значит, с тобой не погнался. Не, я думала, что он, когда мы столкнулись в коридоре, что он выбрал Олега, а не меня.